Две мои удочки уже заброшены, и я сейчас готовлю оснастку третьего удилища. Хочу рассказать о ней немного, рассказать об основном принципе карпового монтажа. То есть у меня на удилище намотана леска 0,22 мм основная. Почему такая тонкая? Потому что на данной рыбалке мне приходится исполнять достаточно дальний заброс. И поэтому тонкая леска летит лучше и дальше. Дальше выброс получается. Особенно против ветра. Ну и при хорошей технике, должной технике и хороших рабочих свойствах удилища, вываживание с такой леской не приносит обрывов и удается ловить достаточно крупных экземпляров, если, конечно, действовать аккуратно. Далее у меня к основной леске узлом морковка привязана 10 метров шок-лидера. В данный момент это шок-лидер 50 ЛБ из шнура, к которому способом петля в петлю привязан кусок литкора. Литкор – это материал с плетеной оболочкой, внутри которого находится свинцовый сердечник. Данный материал имеет вес, он принимает рельеф дна, ложится на дно и принимает его форму. При этом он достаточно тяжелый, чтобы прижимать леску ко дну, то есть леска не висит в ярусе, не отпугивает рыбу. И еще одним важным свойством литкора является то, что он бережет рыбу в момент вываживания, когда она разворачивается, от того, что материал, шнур бы, если бы вместо него была леска, попадал бы за жабры рыбе, под чешуйки, то есть предохраняет рыбу от травм. Далее у меня боковая клипса находится, тоже методом петля в петлю монтируется к литкору. Значит, это классический карповый монтаж с боковой клипсой. Прелесть ее в том, что во время заброса груз не отстреливается, но если, например, карп заводит оснастку в цепу, или же большая рыба клюет и необходимо ее вываживать максимально деликатно, грузик отстреливается. Принцип работы простой. Здесь есть конус, который надевается, и от того, насколько глубоко будет надет конус, будет варьироваться степень напряжения отстежки. То есть чем глубже, тем более жестко закреплено, чем менее сильно натянут конус, тем легче будет отстегиваться груз. То есть это очень удобно. Принцип простой. На забросе нагрузка идет в эту часть клипсы, то есть летит груз абсолютно спокойно. А на зацепе, когда рыба начинает тянуть в эту сторону, просто происходит отстежка груза. Очень удобная штука, позволяет рыбе в случае обрыва снасти освободиться от мешающей лески и не погибнуть. Позволяет вываживать крупных экземпляров, когда при сильном рывке рыба сама стягивает груз, и этот груз не болтается у нее во время вываживания под губой, и не разбивает ротовую часть, ротовую полость, то есть не сильно травмирует рыбу. Очень удобная штука. Дальше
данная боковая клипса у меня оборудована быстросъемной петлей. Она достаточно просто работает. То есть поводок я петелечкой завожу в нее, вот так вот. После чего пыльничек, вот этот конус, просто надеваю. Вот. И получается у меня вот такой вот монтаж. Очень удобный, вот этот пыльничек позволяет, предотвращает от перехлестов монтаж во время заброса, чтобы не спутывалась у нас леска. Вот. И с поводочным материалом. И тем самым удерживает от соскока нашу петелечку поводка с этого быстросъемного вертлюга. Вот такой монтаж. Вот. Значит, теперь я уже более подробно остановлюсь конкретно на поводке, потому что поводок является, пожалуй, самым важным элементом оснастки. Могут быть разные удочки, могут быть разные катушки, разная прикормка, дорогая и дешевая, суть не в этом. Но самое главное в монтаже является крючок и поводок, потому что это предмет, который контактирует непосредственно с рыбой. То есть от того, насколько идеально будет подобран этот элемент оснастки, зависит во многом рыбалка. Рыба может прийти на прикормочный стол, активно питаться, пробовать бойл, пытаться его там забирать в рот, выплевывать, но не засекаться. И можно просидеть без единой поклевки или же получать постоянные сходы рыбы. То есть вроде бы палка поехала, подсекаешь буквально минута-две, сход обидный на точке там. Или там обрыв, разгиб. То есть крючок и поводок являются одним из самых важных элементов оснастки. Поэтому я конкретно сейчас остановлюсь на тех поводках, которые подобрал эмпирическим путем, конкретно на этой рыбалке под эту рыбу. Я на осенней карповой сессии. Закрываю сезон теплого времени. Нахожусь на прекрасном водоеме. Водоем около 50 гектаров. Основной особенностью его является то, что большая часть береговой линии его не предназначена для рыбной ловли. То есть это заросли камыша, гузырь, непролазный для рыболова. Данная особенность является спасением водоема, так как рыбу никто не тревожит и по большому счету у нее есть огромное пространство, блюдце водной глади для того, чтобы спокойно жить, питаться и чувствовать себя весьма вольготно. Также водоем имеет дамбную часть, оборудованную сижами для ловли. Удобные места, комфортные дистанции 100-140 метров. Для того, чтобы найти интересную для ловли точку. Существует русловая канава, глинистое дно, илистое дно, ракушка, рельеф разный. Водоем интересен еще и тем, что в нем колоссальная популяция рака. Рак является великолепной кормовой базой для карпа и сазана. И местные рыбулечки отлично растут, употребляя в пищу данный важный компонент. Отдельного внимания заслуживает то, что большинство тутошней рыбы никогда не видели крючка. Это сразу видно по поведению, когда ты достаешь сазана, он прям весь напрягается и замирает, растопырив все свои оперения, и становится как бы колом, как цепенеет, открыв рот. То есть он испытывает меньшок. Это не озерные карпы, которые уже неоднократно бывали на мате карпятников и ведут весьма пассивно себя, попав в подсак. Эти же рыбы бьются до последнего и даже не оставляют
надежды улизнуть, находясь даже на мате. Чем эта рыбалка отличается от других? Сейчас осень. Рыба питается активно, но достаточно избирательно. Пока стояла хорошая погода, рыба клевала на достаточно крупные насадки и питалась активно. 20-е бойлы рулили. Сейчас пошел перепад небольшой, и насадочки приходится уменьшать. Плюс приходится их выделять даже порой искусственной кукурузкой декоративной, которая выступает вот таким вот маячком, привлекающим карпа, чтобы порой даже не из-за голода и аппетита, а исключительно из любопытства, пожалуй, он пробует вот такую насадку, забирая в рот и накалываясь на крючок. Но сейчас не об этом. Сейчас непосредственно о вязании монтажа, который наилучшим образом сработал на данной рыбалке. Значит, существуют разные подочные материалы для вязания монтажей. Разные фирмы-производители, тут уже на вкус и на дело каждого. То есть здесь я советов никаких давать не могу, кому что нравится. Я лишь просто хочу сказать, что существуют основные виды. То есть классический мягкий материал, обычный, безоплеточный. Вот. Также существуют материалы в оплетке, более мощный такой, 35 лб в жесткой оплетке, с которой оплетка снимается, и получается, можно делать часть материала жестким, часть мягким. Это предотвращает, защищает эта оплетка материал от перехлестов при дальних забросах, защищает материал от агрессивного дна в виде ракушки, там, например, там, или каких-то бровок, камня и других как бы донных препятствий, которые вызывают повреждение материала. Есть такой же материал, только более тоненький, вот там 25 лб, например, для более деликатных условий. Сегодня я буду вязать, сейчас покажу монтаж, очень интересный. Он будет вязаться на мягком материале, но с применением дробинки. Про дробинку я расскажу позже, в чем ее смысл. То есть для этого берется материал и начинается вязание с того, что на его окончании вяжется маленькая петелька. Данная петелька будет служить нам петлей, в которую будет заводиться стопорок, держащий бойл. В качестве затяжки можно использовать заводские затяжки готовые. Я использую свою иглу. Вот наша петелька готова. Вот. Далее я отмеряю необходимое мне количество материала. Учитывая, что рыбку я собираюсь ловить такую покрупнее, ну, хотелось бы покрупнее, в этом водоеме есть большие рыбы, поэтому я делаю ставку на более длинные поводки. То есть я приблизительно исхожу из такого расстояния материала, что мой поводочек будет в районе 25 сантиметров, может быть, даже 30. Вот. Материал отрезан. Далее моей задачей будет продеть стопорный кембрик. Вот он у меня на крючке. Это обычная силиконовая трубочка.
движение которой по телу крючка позволяет регулировать длину волоса, расстояние от нее до бойла. Больше, меньше, менять положение вот этой вот точки опорной. Для этого кембрик нужно надеть, завести на материал. Вот резиночка такая. Отрезаю небольшой кусочек. Надеваю на иголочку. И завожу его на поводочный материал. Размер этого кембрика нужно подбирать такой, чтобы он был максимально деликатным, но при этом достаточно его должно быть количество, чтобы просто он не разрывался, потому что материал достаточно мягкий. Вот. Далее я достаю крючочек. Крючки тоже дело индивидуальное, то есть по ситуации приходится подбирать их, в зависимости от того, какая рыба ловится, размер, какие насадки и тому и так далее. Вот. На данный момент я беру крючок достаточно легкий, острый, такого спортивного класса, скажем так, крючки, потому как осенняя рыба заставила меня сильно, конечно, потрудиться, чтобы подобрать ключик хорошей реализации поклевок. Плавно, аккуратно, стараясь не зацепить материал жалом, завожу крючок жалом в этот кембрик. Вот. И надеваю кембрик. Далее мне нужно отрегулировать длину моего волоса. Я планирую ловить, ну, буду исходя из классического размера оснастки, подрезанная двадцаточка. Болик, даже какой он был, не был свежий, мне, например, нравится слегка подрезать. Внешне он будет казаться не таким красивым, там идеально круглым, но есть у меня подозрение, что у карпов, особенно которые покрупнее, представления о эстетике несколько иные, нежели у людей. И стремление к правильным, идеальным геометрическим формам в этой ситуации может идти во вред окончательному результату. То есть я буду имитировать такой покоцанный раками, подрезанный бойлик, плюс сниму лишнюю, в каких-то местах сниму подсохшую корочку бойла, освобожу более сочную, не подсохшую внутреннюю текстуру, дав возможность выходить аттрактивным элементом после попадания бойла на дно. Плюс после варки наружная текстура бойла становится более такой гладкой и имеет менее проникающий эффект для всяких жидкостей и дипов. А более рыхлая текстура внутренняя позволяет бойлу лучше питать в себя и пить в себя ароматы. Поэтому подрезанный бойл дипуется более эффективно. Вот такой вот я делаю, такой несуразный достаточно бойлик. Некрасивый, скажем так, по меркам чеческой эстетики. Но, тем не менее, эффективный и весьма-весьма привлекательный с точки зрения местных кракенов. Далее пригождается вот эта петелька, которую изначально я связал. Завожу бойлик и при помощи стопорков. Стопора бывают разные, с удлинителем, обычные, классические. Вот я люблю такие журавлики использовать, слегка удлиняющие. Вот, вставляю его в петлю и завожу бойлик. Теперь мне нужно определиться с длиной волоса. Длина волоса определяет тот момент, когда крючок вопьется в губу рыбе. Например, попытаюсь объяснить это так достаточно просто, хотя процесс этот
на самом деле крайне сложный, вызывает массу споров и вообще массу разговоров среди рыболовов. Скажу, как я это понимаю, вот, не претендуя на истину, а просто как бы делюсь своим как бы пониманием этого процесса. В чем смысл? Вот, предположим, рот карпа. Он засасывает, затягивает бойл. И после попадания в рот важно, чтобы жало крючка перевалилось за твердую, как резинка, наружную часть губы. То есть за то место, которое, как правило, плохо пробивается крючком, в результате чего происходит сход. Или же губа рвется, и рыба травмируется. Очень важно, чтобы за валик губы попал крючок. Вот. Вот типа вот так вот. И потом уже произошла засечка. Вот это очень важный момент. Тогда происходят хорошие глубокие засечки, минимально травмируется губа рыбы, лишь маленькая дырочка аккуратная в нижней части губы происходит. Вот. И чем крупнее, чем длиннее волос, тем менее этот крючок зацепится для маленькой рыбы, и он лучше работает по крупной рыбе. То есть, например, я планирую ловить рыбу 10 килограмм, 10 плюс, надеюсь, что попадутся такие экземпляры. Поэтому под него... По таких рыб. Я делаю волос ориентировочно вот где-то 1,5, почти 2 сантиметра. Вот. Вот с таким волосом реализация и красивая правильная засечка более крупной рыбы с этим размером бойла, на мой взгляд, будет оптимальной. Вот то, к чему я пришел путем эксперимента. Далее, очень важный момент. Я продеваю поводочный материал в направлении жала крючка и начинаю плотно накладывать витки 2, 3, 4, 5, ну можно 6 оборотов, после чего я как бы делаю такой виток сверху, фиксирующий мой узел, и крайне важный момент, вывожу поводочный материал снова по направлению к жалу крючка. Это один из самых важных моментов. Не наружу, не в эту сторону, а к жалу крючка. В противном случае засечки не будет. Или же она будет иметь случайный характер. Вот. Приблизительно так. Теперь мне нужно сделать крючок еще более зацепистым и увеличить расстояние от жала крючка до ушка. В чем смысл? Ушко крючка зачастую является тем самым стопором и отбойником, после которого крючок разворачивается, упираясь ушком в покров, в поверхность тела рыбы. Он начинает разворачиваться и разворачивает жало по направлению, в атакующем направлении, чтобы оно начинало проникать в губу карпа. Поэтому чем вот это расстояние будет больше, тем глубже будет угол атаки и тем более глубокая будет засечка вовнутрь губы. Поэтому есть крючки по типу банан, которые просто изначально имеют это длинное расстояние, но за счет вот этой большой жесткости, потому что это металлическая его форма, рыба очень сильно травмируется. Термоусадка же позволяет имитировать работу банана, но при этом она достаточно мягкая, чтобы не разбивать, не раскурочивать рыбе во время вываживания губу наизнанку. Потому что в первую очередь нужно думать о том, чтобы после поимки рыбу можно было отпустить, и чтобы она спокойно, нормально пережила поимку и фотосессию, и впоследствии нормально могла питаться и клюнуть, и порадовать рыболовов неоднократно своим сопротивлением и позированием на мате. Теперь я беру термоусадочную трубочку. Их тоже производят разные производители. В данный момент, то есть... Подбираются они по диаметру в зависимости от размера ушка крючка и размера крючка. Я отрезаю маленький кусочек этой термоусадки, ну буквально 8 миллиметров, может быть сантиметр. Термоусадка — это, конечно, гениальное изобретение. При должной сноровке можно усадить термоусадку при помощи зажигалки. Но это, скажем так, такой способ нетрадиционный, поэтому я буду сейчас показывать, как традиционный способ термоусадки. Для этого понадобится печурка и маленький чайничек. Задача — закипятить чайник и
на выходящей из носа струе пара усадить термоусадочную трубку. Для этого, пока чайник закипает, я надеваю термоусадочную трубку на поводочный материал, предварительно смачиваю, чтобы просто ход был лучше усадки, и начинаю надевать ее на ушко крючка, а потом уже дальше и протягивает на узел. Количество выступающей термоусадки, угол, под который она стягивается, это уже выбирается экспериментальным путем вследствие рыбалки. То есть здесь нету какого-либо там конкретного совета. Вот. Поклевочка у нас, друзья мои. Рыбулечка стравит. Чуть-чуть притормозил. Леска тонкая. 0,22 миллиметра. То есть на дистанции 109+, она достаточно сильно вытягивается. Является великолепным амортизатором. То есть я могу себе позволить просто держать рыбу. И она как на резинке. У меня сейчас плавно ходит вправо-влево. Постукивает немножечко во время выматывания шайба клипсы. Сделано это потому, что я под нее подложил резиночку и немножко ее оттопырил. Сделано это для того, чтобы после силовых забросов, даже на качественных катушках, на хороших клипсах, просто тонкие очень лески, бывает, деформируются. Я сделал это для того, чтобы сделать лишнюю прокладку, чтобы после вот силового заброса, когда вылетает вся эта мощная оснастка тяжелая вдаль, чтобы не сильно билась, смягчалась. Рыбулечка у нас сейчас на 100 метрах где-то. Даю ее аккуратненько, просто не спеша, даю ей возможность плавать, заниматься там всем, чем она считает нужным. Ловлю ее на бойлы собственного приготовления. Потратил достаточно много сессий, используя готовые фирменные бойлы. Есть просто потрясающие позиции, потрясающие ловящие уловистые приманки. Но бойлокатание своими руками – это отдельная эстетика. И удовольствие от поимки рыбы на бойл собственного приготовления трудно вообще с чем-либо сравнить. Не хвастовства ради, а просто хочу поделиться. Скажу, что вот на вот этот бойл, по моему рецепту, на данный момент я уже поймал 41 рыбу на этом водоеме за 5-суточную сессию. В общем, весом в районе там под 230 килограмм, ну приблизительно, плюс-минус там 5 килограмм, я сильно граммы не считал. Вот. Бойл этот на основе криля и рака. Смысл просто в том, что в этом водоеме огромное количество рака, вода хорошая, прозрачная. И местные рыбулечки с огромным удовольствием его поедают. И рак является одним из основных источников пищи тутошних сазанов. То есть калорийная, высокопитательная пища, позволяющая им расти здоровыми, большими. Рыбы здесь очень красивые, сильные, настоящие дикие сазаны, длинные такие, которые дают великолепный бой. Вот, особенно на коротке, на более ближних дистанциях, потому что на дальних дистанциях еще так, там, пока он болтается на растянутой леске, еще так ничего. А под берегом уже начинается самое интересное. Вот. Поэтому ловлю на свой бойл. Им же и кормлюсь, он же у меня и на насадке. То есть, бойл на основе рака и криля. На данный момент это средняя удочка. Здесь стояла приманка 20 диаметра подрезанная. Вот как раз та, о которой я сейчас говорил в контексте диалога о монтажах. На эту сессию мне понадобилось чуть больше 15 килограмм бойлов. Сказать, что бойл собственного приготовления там получается дешевле, не скажу. Приблизительно такое же по стоимости. Но самое главное другое. Самое главное то, что
когда ловишь на было собственного приготовления, ингредиенты которого каждый тебе знаком, ты понимаешь, что именно привлекло рыбу, и за счет чего ты или поймал рыбу, или же наоборот потерпел неудачу. Работая с бойлами готовыми, заводскими, как правило, рецептуру их, ну, никто не знает досконально. То есть я, например, очень часто, вот вроде бы бойл ловит. А почему он ловит? Что в нем привлекает рыбу? Сказать трудно. А в этой ситуации получается абсолютно стопроцентно прозрачный эксперимент, который позволяет мне, например, как начинающему карпятнику, расти в качественную сторону. И четко понимать, за счет чего там, например, я знаю точно, что сейчас я ловлю на рак, на раковый бойл, и он работает, и рыбе нравится. В следующий раз намесил бы, например, какой-нибудь там фруктовый бойл, например, или там сквидоктопус какой-нибудь, и потерпел бы фиаско, и точно бы знал, что на этом водоеме или в это время года, в этих условиях, этот бойл не подходит. Рыбка уже недалеко. Когда рыбка недалеко, лучше фрикцион немного прослабить, учитывая, что тем более сейчас от меня падает тень, рыба меня видит, и под берегом она может дать бой. Так, пошла направо, буду ее принимать в правой части сектора моего. Очень важный момент. У меня уже близится расстояние, вон шок-лидер уже видно. Вот этот кусок один из самых рискованных. В этот момент нужно держать фрикцион расслабленным. Почему? На вот этом коротке очень часто на рывке рыбы происходит обрыв шок-лидера и лески, потому что лески тонко, здесь остается кусочек маленький очень, растяжимость минимальная, а дальше идет жесткий шок-лидер, более мощный. И в этот момент, пока несколько витков шок-лидера не будет сделано на катушке, нужно быть очень-очень-очень осторожным. Рыба крутится, головой крутится. Оп, пошел шок-лидер на леске. Все, уже более спокойно можно работать. Я буду подбирать рыбу вот тут вот справа. Какой красивый сазан. Ой-ой-ой. Потрясающие, красивые, сильные рыбы. Ровная чешуя, мощное атлетичное сложение тела. Видно, что они здесь горя не знают. Имеют великолепную кормовую базу. И дают потрясающий, отчаянный отпор. Доставляют колоссальное удовольствие во время вываживания. Мечта любого рыболова. Опач. Вот он, красавчик. О. Система подсака позволяет просто, чтобы он
не мешал во время снятия. Отстегнуть головку. Так, что у нас тут? Так, 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 ты где тут, дружочек? Отличная засечка. Рыба бы не сошла, даже если бы очень хотелось. Вот крючочек наш. Волос стягивается. Тихо. Огромные плавники. Плёс такой здоровый у него. То есть большой плавник. Видно, что рыба атлет. Это как бы длинное тело. Отлично, рыба очень сильная. Казалось бы, рыба не самая большая, там, в ней там веса может быть килограмм 6. 5,5-6. Но какой потрясающий, красивый экземпляр. Пример именно того самого дикого сазана. Просто одно удовольствие глядеть на такую рыбу. Вот. Отпущу, наверное, побыстрее его. Опс. Давай, дружочек, спасибо тебе большое. Наш разговор о монтажах прервал вот этот красавчик. Потрясная рыба. Ладно, продолжаем. Итак, мне сейчас нужно усадить термоусадку. Термоусадка, название говорит само за себя. Трубочка из материала, ну какого-то, я не знаю, пластик, пластмасса, полиэтилен. Смысл такой, что при нагревании, при термообработке он сжимается и усаживается. Поэтому я сейчас придам форму и направление правильное. Плавненько усадил усадку. Желательно, вообще смысл в том, чтобы жало крючка, если провести линию, попадало, целилось в конец термоусадочной трубочки. Вот. У нас сейчас глубина атаки крючка гораздо больше. Такой крючок разворачивается мгновенно на поверхности, на любой, имеет колоссальную зацепистость. То есть термоусадочка увеличивает зацепистость крючка и глубину его проникновения в губу. Теперь я отмеряю длину своего поводка. Ориентировочно где-то вот столько. Сантиметров 25-27. Вяжу петлю обычным. Такую вот петелечку. Затягиваю ее. После чего отрезаю лишний материал, оставляя хвостик, может быть, сантиметровый. Бывает такое, что петля может потянуться, поползти немножечко, рыбы разные попадаются, поэтому лучше немножечко перестраховаться. Далее мне понадобится вот такой вот конус, пыльничек. Это тот самый конус, который будет закреплять на безузловке, на безузловом креплении боковой клипсы наш поводок, закрывать его и предотвращать от перехлёстов. Завожу иголку в петлю и натягиваю конус на поводок. Вот наш поводок. Сейчас я применю один маленький секрет. Значит, что это вот такие грузики? Это грузило для ловли поплавком, для грузки поплавочных оснасток. Значит, я сейчас сделаю небольшую подгрузку монтажа. В чем смысл? Вот у этой части монтажа, вот у этой, есть вес. Если уже карп засасывает в рот
это все, и у него находится вот это вот уже во рту все, то здесь где-то будет лежать груз. И у нас получается, вот у него во рту эта насадка, вот здесь как бы свободное, ничем не подгруженное пространство. Но если сюда в промежуток поводка подвесить грузик, то он будет слегка тянуть крючок вниз. И тем самым создавать дополнительный повод ему как можно быстрее развернуться во рту карпа. То есть, по большому счету, если закрепить вот такой грузик на расстоянии ориентировочно 5, может быть, 7 сантиметров от крючка, получается, что когда карп возьмет, вот видите, вот он тянет уже вниз, когда карп забирает крючок в рот, грузик начинает его тянуть, и уже там вместе с водой, со всеми там частичками корма, там грунта донного, ила, начинает этот крючочек разворачивать у него во рту, что наилучшим образом отражается на том, чтобы крючок развернулся и произошла засечка. Вот, он направляет крючок вниз. Хороший очень такой маленький секретик. Иногда при сложной реализации поклевок карпа буквально вот стоит его поставить, и поклевок становится намного больше. Бывает, ловишь без него 2 поклевки, с ним 10. Вот мой монтаж. Далее я возьму один из ликвидов основной программы, который я добавлял в момент скатывания бойлов своих. Ну, жидкости бывают разные, на которых катаешься. То есть это дипы, например, для того, чтобы макать в них насадку. То есть это даже не жидкости, на которых предназначены для катки бойлов. Но я катаюсь и на них, потому что они имеют высокую концентрацию, хорошую проникающую способность и великолепно пропитывают бойл. Вот. Поэтому я беру один из дипов, на которых катался, добавок, и мой крючочек с насадкой опускаю в него. Так как я до этого слегка подрезал свой бойл, те части, которые освобождены от оболочки, более рыхлые, более губчатую имеют структуру, в них гораздо быстрее впитается мой дип. Теперь я применю еще одну штучку очень удобную. Это такие пуфики из ПВА-материала. Они растворяются очень быстро при попадании в воду, но в моем случае они необходимы по той причине, что я имею достаточно длинный волос, который в момент заброса может перехлестнуться через крючок, запутаться и поменять как бы его рабочие свойства. Поэтому я использую вот такой пуфик. Я просто его прикладываю к крючку, заворачиваю, слюнявлю палец, по краешку провожу и придавливаю. Так как это ПВА-материал, он растворяется, становится липким. Получается, что вот этим пуфиком я предотвращаю свой крючок от перехлёста волоса. И еще у этого пуфика есть один очень хороший применение, одно хорошее. После заброса, когда, например, монтаж мой попадает в ил, в мягкое дно, у меня есть несколько секунд, 10-15, пока он не растворился, для того, чтобы вытащить свой монтаж из ила на поверхность. При этом на острый крючок не наденется никакой листик, веточка, ракушечка, он не затупится, этот пуфик предохранит его от того, что он просто наткнется на какую-то донную преграду и не наденется на нее или не затупится на нее. Поэтому крайне удобный и полезный как бы момент в рыбалке. Эти пуфики в стандартном виде имеют вот такой размер. На самом же деле при помощи ножика вот таким пилящим движением я его разрезаю на 2 части. То есть мне одного пуфика хватает на 2 заброса. Очень удобная штука. Рекомендую. Итак, мой монтаж полностью готов. Осталось его надеть на клипсу. Завести пыльник. Конус. Все. Вот монтаж, которым можно ловить карпа практически в любых условиях, а в контексте моей сессии он показывает себя максимально эффективно. Основная леска 10 метров шок-лидера из шнура, литкор отрезок 80 сантиметров,
боковая клипса с возможностью отстегивания груза, поводок 25 сантиметров, крючок с длинным волосом и термоусадкой, пуфик для защиты от перехлестов и придонных преград, грузик для стимулирования более скорого разворачивания крючка, поводок, как я уже говорил, 25 сантиметров, конус, монтаж для успешной карповой рыбалки. Эта сессия увенчалась успехом. Я считаю, что это великолепно, одна из лучших рыбалок в этом сезоне. 42 рыбы, отборных, великолепных сазанов. Самая большая рыба 10-200, минимальный размер в районе 4 килограмм. То есть вся рыба зачетная, классная, сильная, красивая.